бачити місце, де ви живете іншими очима, з натяком, гумором і величністю. Саме так бачать його хлопці, які прийшли до нашої студії. Один з них фотограф, інший блогер і модель. І я вам з задоволенням представляю сьогоднішніх гостей. Це Костянтин Солонець, фотограф, і Олександр Свистун, блогер. Ну, ви вже стали популярними в нашому місті, бо показуєте себе, показуєте фотографії і трошки місто з іншими очима. Яка була ідея, чому ви весь час так себе бачите в ньому? Ну, не зовсім звично. Так, давайте з кого почнемо. Да, знаете, это тяжело, наверное, назвать нас какими-то блогерами определенными. Мы в большей части занимаемся тем, чем нам нравится, и как-то стараемся это транслировать, показывать в большей части, потому что, наверное, любой художник, когда что-то делает, он хочет это показать. Ну, вы фотограф. Я фотограф, звичайно. Да. Моя задача именно показывать. Саша – это тот человек, у которого есть креативные и смелые идеи, и, соответственно, угу. И мы как-то… А ось кто за початковые идеи. Мы в свое время, да, извините, угу. Что перебиваю, нашли просто с точки соприкосновения. Он накидывает какую-то идею, я говорю, как ее реализовывать, и мы уже, вне зависимости от того, начинаем это уже делать. Молодцы. Ну, выходит непогано. До речи, Саша с такими идеями креативными чомусь, ну, я не знаю, ну, например, напівоголений хлопец в такой вот зимовой шапке гуляет містом, так, плавает десь там човником. Що? Главное, что в шапке был. Главное, чтобы в шапке. Так, ну, какие идеи? Взагалі, чому такие идеи появляются? Чи десь вы их подглядаете, чи это только ваши? На самом деле мы идеи черпаем из чего угодно. Если брать ту съемку, которая была с доской для гребли в парке, то я просто слушал новости по радио и... Ну, еще зима, еще долго, так? Да, говорят, зима, разлилось озеро в парке, там все затопило. Угу. Ну, я так подумал, ну, если затопило, то, в принципе, можно там поплавать. Угу. Вот, учитывая, что это февраль, то, ну, наверное... То можно раздягнуться. Да, наверное, так будет все-таки более интересно, более создаст какой-то эпатаж. Угу. Вот. Мне дуже сподобались ваши фотографии, светлины, вот там, где зима такая люта дуже. И, ну, вот вы так містом вирушали, і тут на вас звертало багато уваги і мешканці, і навіть гості. І чомусь ось вони ці світлини, до речі, ми можемо їх побачити. Ось такі вони, зимові. Тут ви вже показали справжню зиму. Не було її в нашому місті, але хотілося, так? Ви знаєте, я розкажу. Діло в тому, що всі ці ідеї рождались, мабуть, буквально дня за два, або за один. Тобто буквально все було спонтанно. З доскою для греблі було приблизительно так. Він туди приїжджає і говорить, слушай, треба щось зняти. Я говорю, ну давай, буквально це вирішилось, мабуть, за один день. Ми швидко знайшли доску для греблі. І завтра ми вже утром знімаємо. Тобто, це було приблизно так. Ну, ця світлина, взагалі, мені здається, вона настільки вдала. Дуже класний погляд. Там такий спортсмен. Слушайте, це була теж класна ідея. Ізначально у нас ударив все-таки мороз. Вперше, мабуть, за 2 роки, коли у нас мінус 20, холодно. І ми хотіли просто зняти альпініста. Тобто, у нас така тематика. Любимо дуже щось таке постапокаліптичне, воєнне. Це наша така стезя. І от була ідея зняти щось в теме альпиниста. Не было идей. Мы просто начали реализовывать, уже по ходу накидывать какие-то варианты, локации, места. Была просто идея снять на рассвете, и вот мы где-то в 7 часов утра идем по новому мосту, в 25-градусный мороз. То есть вы не просто так готуетесь? Мы, конечно, нет такого спонтанного. Он одет, и он весь в амуниции, и мы идем. Ну, дуже непогано ви реалізовуєте ідеї, бо, Саш, от ви різний. На одних знімках ви такий трошки, ну, такий собі там Санта-Клаус, так? А на інших зйомках серйозний чоловік, альпініст, який підкорює вершини, і все там є. Це теж треба вчитись, мабуть, бути моделлю. Ну, в такому от розумінні. На самом деле, в этом весь смысл в том, щоб создавать разные образы, щоб не быть, как бы, ну, одним человеком, а для той или иной съемки полностью создавать картину. Поэтому мы всегда к этому готовимся, создаем, допустим, под какую-то идею. Если это было, ну, вот как мороз, что фотографии показывали, то есть это должен быть холод. Это холод, это что? Это веревки, следорубы, альпинисты и прочее. Вот, маски. Соответственно, мы под это подбираем образ. Мы нашли все необходимое снаряжение, и ну, уже это выглядит, как должно быть. Угу. Вот. Если это что-то другое, мы, соответственно, готовим другой образ. И это очень важно.
Ну, звичайно, кожен образ він повинен бути цікавим. Ну, ось такого Санта-Клаусу я ще ніде не бачила. Санта-Клаус, який просто, ну, вирішує посміятися над усіма. Ну, тобто, от такий він. Він веселий, він в дощ, в сніг. Тобто, він насправді просто він є. Він прийшов і ось так неочікувано з'явився в нашому місті. І місто ви показуєте зовсім інакше. А ось тут що? Тут якась соціальна ідея. Ой, слушайте, давайте чуть-чуть за Санта-Клауса, хотіли чуть більше показати, вкратце расскажу. Так. Хотели просто, да, рассказать его с нашими реалиями города и просто вставить Новый год в то, как он есть. Это была идея по поводу съемки «Судной ночи». У нас внезапно просто появилась эта маска и вдохновение того, о, а мы хотели что-то поснимать сложное. То есть ночное время суток съемок – это довольно-таки нелегкая задача такая была. Ну, для вас. Вообще, съемка ночью – это она подразумевает какой-то определенный вызов. И мы решили, что появилась маска, давай будем снимать ночью. И, соответственно, мы, честно, к этой съемке, наверное, очень долго готовились, потому что мы часов 5, наверное, только ездили, искали локации по городу, чтобы были подходящие. Ну, не страшнейшие какие-то? Чи які ви? Нет, що обирали? Больше по свету. То есть, чтобы по подходящей, по локации, по виду. А, соответственно, дальше уже дело техники и знакомств. Мы подобрали образы, подобрали инвентарь, реквизит, нашли людей, которые согласились поучаствовать в этом мероприятии. И, как говорится, уже все, пошли работать. Так вы одразу людей знаходите? А как они идут, до речи, на контакт? Ну, это же незнакомые люди. Люди есть разные. В основном это наши знакомые. Вот. Есть те, которые не хотят сниматься в чем-то таком, стесняются камеры и все прочее. Но мы, конечно же, ищем тех, кто хочет. И это радует то, что таких людей много, которые готовы в таком участвовать. Так, віддати себе, так, для експериментів, як то кажуть. Потому что это всегда интересно, в этом есть что-то новое, это всегда эмоции, какой-то опыт, то, о чем можно потом поговорить. Ну, і у вас залишиться пам'ять, і світлини, і все. Тобто ви збираєте вже повний такий, ну, суттєвий зміст, який залишиться надовго. А, Костя, з приводу ефектів, чи додавали ви снігу, наприклад, до своїх світлин якимось чином? Чи готуєте ви окремі якісь лайфхаки, які допоможуть вам зробити таку величну роботу? Чесно, сніг, єдинственна ця робота з фотошопом і ефектами, це видно, я стараюсь всегда по минимуму делать. Это был только снег. Ага. И некоторые я прям пользовался с ракурсом. То есть там есть фотографии, когда чуть они перекручены, чтобы добавить какой-то определенной динамики. Ну, пометили, да. Это видно, да. Я особо это не скрываю, это добавляем. Но в основном стараемся все делать именно на моменте съемки. То есть на продакшене мы сразу стараемся добавить там какие-то определенные блики, какой-то определенный свет, какой-то определенный контраст. То есть это все делается на продакшене, потому что мы больше за такую, за натуральность. Саш, а що доносите до своїх поціновувачів? Що треба вам донести? Ну, є якась ідея, наприклад, так, ви її доносите. А що взагалі хочеться? Який меседж? На самом деле, в 90% случаев у нас какого-то такого сообщения нет. Вот, у нас есть идея, мы ее развиваем. Дальше уже само общество додумывает, что мы этим хотели показать. Допустим, когда мы плавали в парке Глобы, люди начали говорить, что вот ребята борются за уток, показали, что утки там страдают вот таким вот, ну как... Тобто ви вже тепер стали суспільними, да, людьми. Хто-то наоборот, що от, ребята, наконец-то ткнули власті в то, що от розлилось озеро, ніхто об этом не беспокоїться. Угу. Вот. На самом деле ми хотіли епатажа, і ми його создали. Так, вот. Вийшло. Тут 100%. И каждый раз, когда мы делаем какие-то такие съемки, это какое-то развитие для нас, потому что она с каждым разом идет все сложнее и сложнее. Ну, вы уже что-то показали, уже какой-то уровень достигнут, треба підвищувати. Конечно, как для, ну, Кости, как фотографа, то с технической стороны зрения, то есть, допустим, там ночью поснимать, какой-то там холод, метель, дождь там и прочее. Вот, так и для меня, потому что, допустим, не каждый в такой ветер, в трусах и в шапке будет. Я думаю, будет не найскладніше, що будет где-то плавать, да, и при этом надо еще как-то позировать и вообще, ну, так. Отдавать отчет о ситуации. А кого треба було показати там? Ну, то цей такий чолов'яга, він серйозний? Мен. Чи не дуже? Ти где? Ну, там, на озері. А, на озері? Ну, конечно, серйозно надо быть. Как будто, ну, так, ничего особенного, просто вот на тренировочке решил
Рішив поплавати тут, в хорошому місці. А чи берете з собою якусь додаткову техніку? От ви, наприклад, їдете знімати і бачите, що на дворі дощ, наприклад. Є у вас, так? Були такі знімки, я бачила там Санта-Клаус з дощем. Ви щось брали додаткове? Чи є у вас, окрім знімальної техніки, ще і допоміжна? Ви знаєте, я такий сторонник, що чоловік дає йому телефон, якщо він професійний фотограф, він зможе на телефон зняти нормально. Тому мені не принципіально на що знімати. Єдине, що ми брали, щоб це був зонт і це був дощовик. І єдине, щоб спрятати техніку, щоб вона не намочилась. Все остальное, в принципі, у нас, ну, рідко, за исключением, беремо світ якийсь дополнительний, але дуже-дуже рідко стараємося використовувати все, що є в округі. І, ну, то есть, брать максимальний ресурс, який маємо. Но дополнительно нічого не беремо. Тобто, по мінімуму. Ну, вночі, наприклад. Це ж складна зйомка. То треба, щоб техніка відповідала. Щоб вийшло ж те, що ви хочете. Ну, з дополнительного у нас з освещення був фар від машини і просто звичайний фотоапарат зі світосильним об'єктивом. Більше нічого не було. І все. Я більше старався грати зі світом і використовувати максимальний ресурс техніки, який у мене є. Саш, я там дивилася ще. Хотів додати. Так, будь ласка. У нас в основном, что из вещей занимают, это реквизит больше для создания образов. Купуете? Чи шукаете? Что-то мы покупаем. В первую очередь спрашиваем наших знакомых, ну, что они как готовы поделиться этим всем. Можем взять в аренду. Вот, потому что покупать все-таки это дорого, и нам это, по сути, нужно часа на три для съемки, и все. Больше нам этот предмет не нужен. Тому, ну, більш логічно, якщо взяти в користування і повернути. Ну, справді, звичайні люди, які живуть просто і працюють, там собі займаються якимись справами, їм не цікаво створювати такі роботи. А ви це робите, і вам ніхто ж за це не платить, так? Це просто, ну, просто така ідея. К сожалению, да. Ну, а якщо, наприклад, це буде замовлення, то ви вже будете як до цього ставитись? Я думаю, якщо це буде якась комерція, то, ну, більш відповідально і, мабуть, у нас буде більше ресурсів в плані організації, закупки якогось реквізиту, от в цьому плані. Ну, там вже все, так? Тобто, якщо це буде вже платна, ну, комерційна зйомка, то ви вже будете намагатись все зробити, як треба, так? Да. Ну, тобто, розписати сценарій, взяти реквізит, купити там чи що там треба, поставити світло і так далі, так далі. Якщо є зараз ті можливості, які є, то ви використовуєте те, що є. Правильно? Да. Слушайте, скажу. Діло в тому, що коли працюєш на комерції, там є определенне техзадання. Тобто, чоловік, що ожидає, він хочет что-то увидеть. Соответственно, мы находим точки соприкосновения, подготавливаемся все и начинаем снимать. В нашей съемке на данный момент, то, что делаем мы, нам нравится сам процесс. Тут не важно техника или какой-то посыл, нам просто нравится идея. И, ну, творчие, да, творчие люди, яким треба діти, да, потенциал. Вот выплеснуть какую-то определенную энергию и что-то ее показать. А там уже, в принципе, говорю, не важно, какая техника, какой реквизит или что-то еще в духе. Главное, чтобы вот этот вот внутренний посыл, который у нас есть. Я вот дивлюсь на цей посыл и думаю. Это была одна из самых первых наших творческих съемок, и для нас было снимать в таком эпатажном виде в людных местах, прям действительно в людных местах. Саша, что... я себе уявляю, що, як люди дивились, вот этот, и щось говорили. Конечно. Дело в том, что самый классный вот этот вот энергетик общения с людьми. Люди смотрят, и для них это, ну, то ли наш менталитет такой непривыкший, и они начинают вот какие-то, вот идет обратная связь от них. Кто-то восхищается, кто-то осуждает, кто-то наоборот нас прогоняет, потому что никто не хочет иметь дело с камерами, или считают, что мы репортеры, или еще какие-то диверсанты, что-то в таком духе, то вот этот вот драйв и по факту никакого злого посыла, а просто классные эмоции, и это вот заряжает. Саш, а еще хочется захиститися, коли люди починають якось не дуже добре, негатив? На самом деле в нашем городе 99% людей, им абсолютно все равно. То есть, во-первых, пусть для начала это идет какое-то удивление, то есть так смотрят, что это вообще происходит. Потом они видят человека с камеры, а все понятно. Даже когда мы три человека, которые ходят с мачете, с битами, в масках, на балахонах посреди ночи. Полицейские натекали. В темном переулке. В темном переулке, да. Должно возникнуть. Ну, не, и никто. Ну, вы должны возникнуть, взяли полицейских, чи нет? Нет. Должны возникнуть какие-то вопросы. Вот. Но они не возникают, потому что видят человека с камеры. Значит, все хорошо. Значит, люди снимают кино или там фотографируются. Значит, уже звыкли, так? На мешканці нашого міста, що у нас такі креативні люди. В основном все равно люди как-то абстрагируются. Когда мы в метро в шубе снимали, тоже все. А як вас пропустили туди знімати? Були проблеми?
Нет, мы просто... Тихенько просто... Ну, просто сделали можна. Свої діла. Ой, хлопці. Ну, насправді, Костя, я бачила ще ваші роботи, дуже багато цікавих, і ми зможемо теж побачити, окрім тих ідейних таких творчих знімків, які ви з Сашою зробили, ви ще і працюєте окремо, так? Постійно вдосконалюєтесь як професіонал-фотограф, так? Так. Да. Скільки вже років є досвіду у вас? Слушай, недавно считал, камера у меня 2017 года, это когда я впервые вообще взял камеру в руки, вроде не так не давно. Так и давно. Да, в 2018 года я уже начал практиковать снимать людей, и с 2019 года, как я бросил свою основную работу, и сейчас занимаюсь только тем, что фотографирую. То есть снимаю коммерческие там для каких-то предприятий, для людей, но в основном снимаю людям и для них же. Ну, есть, ви, виходить, що не вчились бути фотографом. Чи є у вас якийсь досвід? Десь у когось, можливо, проходили майстер-класи якісь? Ой, ви знаєте, я такий чоловік практики, коли я поки не пойму, як це все відбувається, я не буду нікуди внедрятися. То есть я спочатку повноцінно углубився в процес, як знімати, потім, коли зрозумів, як працює світ, то есть основна составляюча фотографії, потім изучив композицию, то есть такие больше творческие моменты. И в тот момент я когда понял, что ты уже понимаешь, адаптируешься в обработке, в фотографии, и как это все правильно снять, идет самая основная идея, это сама суть фотографии, то есть что ты пытаешься ей донести, как ты хочешь показать, что должно быть там, подготовка, то есть все остальное становится на второй план, самое главное это идея. В моем случае идеи я снимаю, опять-таки повторюсь, людей, их эмоции именно для людей, то есть на память, то есть в таком духе, и мне это нравится. Ну так сама... и выходить, мы зараз бачимо ці фотографії, дуже приємні, позитивні знімки, вони такі, ну, я би сказала, що просто на дуже-дуже такому позитиві, ніжні такі, в деяких навіть випадках прям пронизані такою любов'ю, тобто видно, що людина не втомилася від комерції, від замовлень, так, а їй це подобається. Бо фотографа видно. І за іншою стороною теж можна побачити, що він думає. Ви знаєте, я от настав зараз вже зимній сезон, той момент, коли більшість людей хочуть фотографії, але хочуть їх в студії. Я був одним із тих людей, які кардинально сказав, я не буду знімати студійні фотографії, я буду знімати тільки у людей вдома. Тому що мені важен чоловічий комфорт, мені важна сама цінність, що люди показують свою життя. Вони не намагаються показати того, чого немає, а вони показують те, що є, тому що они, это не какая-то фальшь, это они делают это для себя, для своих детей, для своих родственников, бабушки и дедушки. То есть вот эта внутренняя теплая ценность, независимо от того, знаете, бывают люди говорят, ой, да у нас там квартира маленькая, да мы там плохо живем, да у нас там ремонт. Нет, я доказал уже, я показал фотографии, когда можно в тотальном ремонте снять очень теплую, красивую историю. А тут есть такие? Конечно, она есть, да? Там одна фотография, когда я снял... Ну вы скажете, где она, мы если мы она вдруг, покажем. Если она еще не прошла, то я, конечно, ее покажу. Там даже не видно, что это было снято в ремонте, то есть там вообще не видно, хотя я там ходила буты, там было в стенах дыры, и мы сняли очень классную, красивую историю. До речі, в таких саме місцях з'являються непогані знімки. Так, креативні такі, цікаві, ніхто не розуміє, що там насправді. Тобто можна в будь-яких умовах зробити те, що вам хочеться. Так? Головне, щоб це був задум. Що головне? Чесно, ідея, в моїй ідеї найважливіше – це чоловік в кадрі. Ну, тобто, неважливо, де він знаходиться. Головне, щоб це був чоловік, і у нього було хороше настроєння. Це найважливіше, тому що посил, який передається через фотографію, далі вже, понимаете, я составляю общую картину. То есть у нас идет сцена, а после сцены мы уже начинаем подбирать образ и реквизит. То есть, соответственно, я одеваю людей, чтобы они более-менее вписались как-то в, например, в домашнюю атмосферу. Ты же не будешь фотографироваться в пиджаке, к примеру, да, на деловом, да. То есть мы подбираем или в платье, в каком-то бальном, сниматься дома на кухне. Но это же правильно. Не будет же такого, опять-таки, в зависимости от задумки и того посыла. То есть если мы снимаем домашнюю атмосферу, я одеваю людей более-менее по-домашнему, но чтобы была компоновка по цветам и чтобы это было красиво снято. Подбираю эти все определенные условия, прихожу домой, выбираю сцены, которые я буду, например, работать в которых местах. И, соответственно, мы уже начинаем делать... И у меня нету таких постановочных фотографий. Я никогда не снимаю людей в статичности. Я пометила, до речи, так, что они весь час в Руси, они что-то сделают, так? Ну, то-то это... цікаво. И это очень хорошо, что вы как нашли один одного, да, с Сашей, так? Движениях. Шукаете. И той самый рух, он как-то повторяется. Вот зараз весна, так, Саша? Будь ласка. Да, это не случайно, потому что все уже
все уже привыкли к каким-то статичным фотографиям, это уже не вызывает никакого интереса. Сейчас зритель, он уже идет довольно разбалованный, потому что ну, есть интернет, есть доступ ко всему, и люди... Надивились уже. Да, они насмотрелись, они сравнивают тебя с лучшими. Если это какое-то видео, они сравнивают это с кино. Если это фотографии, mm-hmm. они тоже сравнивают это с лауреатами премии и прочим. Поэтому, ну, нужно... треба підганяти свій рівень, так? До найвищого. Нужно каждый раз что-то новое придумывать, чтобы как-то на этом фоне выделяться. Ну, хлопці, будемо чекати від вас ще креативних ідей. Можливо, до березня, якось до жіночих днів ви щось придумаєте, то хочеться побажати вам успіху. Не знаю, чи ця тема вас цікавить, але все ж весна, тепло, і хочеться чогось такого кохання, чогось доброго, веселого, можливо, так? Ну, я так думаю, що все вийде. Ну, я секунду буквально ставлю. Дело в том, что на 14 февраля я бесплатно организовывал всем съемку, то есть все желающие приходили, снимали. Угу. И на 8 марта делаю то же самое, то есть я хочу выбрать какую-то определенную локацию и снимаю всех желающих, кто придет. Ничего просто себе. Бесплатно делаю мини-фотосессии. Не боїтеся, буде Нет. черга. Не боюсь, если даже будет, буду только рад. Жінок, це всех, стосується. Неважно всіх, вообще. І чоловіків да. теж? Да, да. Ну, я думаю, чоловіки всегда приходят с женщинами со своими. Так, и вы всех их будете снимать. Ну, супер, дякую, что пришли, хлопці. Бажаю успіху, хочеться більше креативу побачити, ну і, звичайно, щоб той ріст, про який ви казали, щоб він таки досяг максимуму. Тож будемо чекати вас ще в нашій студії, а ми зустрінемось за декілька хвилин.